Всем привет! Сегодня 8 января. Морозная погода. С утра прямо шел в церковь. Аж нос закрывал рукавицей. С непривычки так как-то сразу мерзнешь. Хотя помню зимы лет 5 назад или, наверное, 7. Только в дом переехал. Так была температура, что дали 36 или 38 градусов. Помню, тоже так экономлю. Как-то прохладно. А ну, температура то 20, то 25 градусов. Потом как ударило, так ниже 30. И я прямо ночью чувствую, что прям ну совсем дом аж трещит от мороза. Я как дал котел на всю. И потом ночью встал в туалет. На пол встать не мог, на теплые полы. Они разогрелись до 70 градусов. Я как это петух на жареной сковородке пропрыгал. Думаю, ого, разогрелся. Так и сегодня, думаю, холодно. Тут уже сколько градусов у нас? Ну, сейчас вот 8 показывает. Холодно, оно как-то, думаю, надо прибавить котла, нагреть дом. А оно как-то погода сухая и нормально, и не мерзну. Солнышко вот светит. Завтра еще один день таких морозов, там 12 градусов, а потом смотрю, через недельку уже и плюс 3. Так что ничего страшного. Вчера по Краматорску был ракетный удар. 7 ракет, говорят, прилетело. Я вечером слышал, бухкотело. Но, видимо, там было в таком районе, что мне не сильно слышно. То есть как-то, ну, дрожание земли было прямо, окна дрожали. Но обычно бывает у меня как бухнет, так бубухнет. А это как-то далеко было. Но я уже привык, конечно, каждый день что-то бухает. Может, ПВО работает. Уже утром сообщили. Есть уже фотографии, там видео. По промзоне был удар. И частные дома пострадали. Ну, а мы сейчас погуляем. Пойдем пообедаем. И уже будем зануриваться в дом, прогреваться. И Герка с Гердой вчера погрызлись, дал им вчера немножко корма сухого вкусного вечером, так, чтобы на закуску. И вроде бросил на землю, они раскатили шарики, и все равно они из этих шариков тут передрались. Да, Герда, кто-то, видно, из них решил, что это персонально как-то было кому-то дано, хотя специально же бросал так, чтобы шарики летали по всему двору, и каждая могла собрать без ссоры. Ну, бывает у них такое. Не поняли моего жеста доброй воли. Поэтому будем заходить, а то у меня уже и руки мерзнут. Все, Герда, не ссорьтесь. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения. Вот солнышко светит у нас. Всем пока.